Сегодня 4 января, и мы идем в Национальный археологический музей Греции. Очень красивое здание, такая классическая греческая архитектура с колоннами. Здание большое и музей большой, здесь 20 тысяч экспонатов представлен. И вокруг очень красивая территория, такие растения необычные, олива такая старая. Много цветущих растений и голуби. Сейчас они, наверное, нас испугаются и взлетят. Но они не взлетают, они не боятся нас. Интересно так. Думала, что мы сейчас их распугаем. Красивое растение цветущее. Так удивительно, январь месяца все цветет. Это чабрец, кстати, цветет внизу. Кроме архитектуры, я еще и смотрю на растения. Здание музея стилизовано под классические здания греческой архитектуры, как мы их представляем. Музей снимать нельзя, скорее всего, поэтому будут фотографии, но может там что-то удастся. В ходе, как всегда, досмотр, но это уже давно во всех музеях. Проверяют QR-код.
экспозиция. Я думаю, что то, что здесь представлено, наверное, можно увидеть только здесь. Ну, в таком количестве. Понятно, что греческие эти кувшины, все скульптуры и так далее, они есть везде во всем мире, потому что их отсюда вывозили безжалостно. Но очень интересно. Музей классный.